дотягиваем сюда. То есть не закидываем, как мы привыкли, да, делать. Локти на месте. Вот это, да, история. Все, вот это вот, смотрите, вот это все, потеря, да? Нам важно вот в этой точке словить самый пик. Понимаете, да? Внешний участок. Поэтому чуть-чуть наклон и постоянно. Беру упражнение на 30, сидя, словили еще внешнюю голову. Тут растянули внутреннюю. Да, то есть ты просто дотягиваешь, да? То есть мы уже как пол закинули, да? А тут ты как будто вот дотягиваешь тебя сам. Лови ее. Первое упражнение мы делали относительно туловища сюда, да, то сейчас мы будем делать наоборот, наклон туда, стремить больше здесь растяжения, да, то есть мы меняем углы относительно туловища. Мы связываем еще грифом, каждая рука работает самостоятельно, растянули максимально. То есть относительно, чем хорошо, да, в суперсете тренировать, потому что бицепс уже весь в крови, да, потом давит предплечье на бицепс, и уже вот в этом положении я чувствую очень хорошо растяжение. Выжали, по сторонам чуть-чуть, там до сократили. Идеальная схема это БЦА, там за 15 минут до конца тренировки, потом протеин после тренировки и там минут через 40 час покушать.